Мы идем опять сегодня на Бокагранде ловить рыбочку. Красота сегодня, смотрите, какая штиль. Здесь не разрешает купаться, потому что течение с залива идет. Поэтому здесь не разрешает. Везде всегда висят красные флаги. Здесь чем еще славится это место? Здесь глубоко, посередине 70 фит. И здесь многие происходят соревнования. Тарпана ловят. Но мы сегодня идем ловить или стрелять, скорее всего, шипхетика. Итак, ребята, у кого-то снег идет, а кто-то идет нырять. И водичка, я смотрю, сегодня будет не такая прохладненькая, так как сейчас уже 86 градусов по Фаренгейту у нас. И это замечательно. Водичка какая чистенькая. Здесь под этими столбами под 40-30 фитов глубины. Смотрите, какая красота. Ребята, мы сегодня будем нырять с вами. Смотри, как живут люди, буржуи. Сразу домчик и сразу океанчик. Здесь очень красивые рассветы. Иногда мы плаваем сюда, приходим поплавать на рассвет, рыбу пострелять. Шикарно. Ребята, смотрите, какие домики.
Привет, ребята! У нас карантин во Флориде, и парки закрыты, людей нету на пляжах. Мы можем смело сегодня нырять, стрелять рыбку. Это Бока Гранде. Чем оно знаменито? Здесь посередине где-то 70 фит глубина и течение. И там всегда сейчас лодки, и они больше охотятся на тарпана, чем оно здесь и славится. А мы с ребятами с вами сегодня поныряли, рыбки постреляли. Смотрите, какая красота. Так что хорошо жить около океанечка. Водичка чистенькая, ну не такая сильная, но зато можно. Что там сегодня стрельнули? Сейчас я покажу, что мы еще стрельнули. Вот такого Black Jam стрельнули. Здесь накидали камешков, чтоб не бывало. Вот такая одна из рыбешечек. Еще настреляли шипхедиков. Итак, ребята, не болейте. Все будет хорошо. Скоро пройдет карантинчик. Мы будем гулять, выгорать. Так что не болейте. Подписывайтесь на наш каналчик и рыбачьте с нами. Всем хорошего времени. Женя что-то тоже подстрелил. Только шкуру попортил только. Так смотри, выстрел сюда. Кто-то еще до меня стрелял. Тут еще пару больших. Женя специально себе прицепляет на хук, чтобы зазывать акул. Пристал, там где я его пристрелил, там и выслал. Итак, ребята, Бока Гранде, апрель, 5 апреля, кто-то на карантине, а мы на Бока Гранде рыбку стреляем. Смотрите, это шипхедик, шикарная рыбочка, водичка шикарная, вон там лодочки стоят, там вообще тарман плавает. Он Игорек нашел, что там у нас, смотри, звезда у нас плавает. Вы знаете, что это? Это звезда. Если она чистая водичка, то водятся звездочки. Ребята, вы знаете этого человека? Это Райфмен. Я снимаю. Он устал плавать и теперь... Куда идти, ребята? Куда идти? Нечего ожиревать. В тенечке. Главное, он тенечка, ребята. Понимаешь, такая. Пляж закрыт. Нельзя на пляже загорать. Здесь не пляж, здесь вода. Так что я могу здесь быть. Еще